Good morning. Well, morning is for me. I don't know what time of the day you'll be watching this video. Anyhow, hi everybody. And I have a good news. Well, good news for me at least, or for my company. I don't know if that news will be considered as good by some other companies or some other people. Anyhow, that's what I want to share with you. Do you remember when we started Leshy 2, we started it with the Anubis fake. And Anubis, well, Alexander, has told that he was going to get the patent for the valve in USA and blah blah blah. Сказано, сделано, внедрил, получилось мега круто, в связи с чем подал заявку, в связи с уникальностью разработки, подал заявку на патент США. И сейчас моя компания находится в стадии получения патента. And I think that most of people that time considered that as a blah 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 shit. But in fact, when he made that video in early 20th, as far as I remember, we have applied for the US patent already in 2019. So, when Alexander told about patent, it was applied already. And just 2 years later, we got it. Here it is. So, that is United States patent number 11098.810B2, blah, 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 blah. The patent for our valve. So you can find it at the official site. There are a few pages with the diagrams, descriptions, and everything. So you can read it, how it works, and everything like that. So это к вопросу о том, что когда то же самое видео про Анубиса было. Хейтеры в России, в основном, за рубежом мало, они начали говорить, что это какое-то все фейк, там херня валяет. И вообще это ничего нового. Мне этот стул не нравится. Бывали случаи, когда пружина газово выстреливала и пробивала насквозь. Нахер. Так вот. Говорили, а это ничего нового принципиально, что там вообще можно придумать, это вообще там хубиновские клапаны, все такое. Пожалуйста, патент США, это тем самым подтверждает, что данный клапан уникален и он не похож на что-то другое. Можете дальше хейтерить и прочее разное, тем не менее. А, Андрюха, у нас есть здесь с гравировкой уже? Сейчас я принесу, подожди. Это на меня можно смотреть. Мы завтра лазером покажем. Ага. Ну вот, мы здесь гравируем, и видите, мы уже начали гравировать патент. Так что теперь все по-взрослому, по-настоящему. Спасибо, пока.